Всем привет! Меня зовут Батухан. Мне 30 лет. У меня ДЦП. Я инвалид второй группы. У меня пенсия составляет 45 тысяч тенге. У меня нет жилья. Я стою на очереди на квартиру. И по моим подсчетам я получу эту квартиру, когда буду стариком. Я люблю свою родину, но я не нужен государству. Я хочу приносить пользу своей земле, но для меня нет работы. Я прихожу в общество инвалидов, но меня не хотят слушать. Я обращаюсь к нашему президенту и правительству. Когда вы, наконец, обратите внимание на инвалидов? Мы есть, мы хотим жить.